друзья! Сегодня я хочу протереть цветочки, если быть конкретным, то орхидеи. Хотела бы показать вам, как я это делаю, что я делаю. Я протираю их янтарной кислотой. Вот такая вот у меня янтарная кислота. Приобретала я ее в магазине за... А, вот тут даже есть цена. 16 рублей. Выпущена 10 ноября 2016 года. Вот видите, партия А. Это в магазине, видимо, она появилась, а в аптеке. Потому что по факту здесь стоит у нас июль месяц. Вот так вот она выглядит. Могу показать так вот поближе, чтобы видно было состав ее, пищевая ценность, рекомендации. Срок годности 3 года. Произведено в Кировской области. Российская Федерация. Итак, нам же чашечка. Нам необходимы ватные диски. У меня такие вот ауры обычно. Я думаю, это не принципиально. Просто лично мне удобнее дисками, поэтому я работаю с дисками. И, естественно, водичка. Итак, что я делаю? Тут я уже использовала, поэтому берем вот так. О, она даже лопнула. Это тоже очень удобно. Почти пополам. Я ее просто разламываю, одну половинку беру, а вторую потом еще на раз, так как вода быстренько пачкается. Так, мы сделали все. Теперь берем водичку. Самая обычная отстойная вода в бутылке. Вот. Ну, ничего особенного. Просто вода. И наливаем. Так. Сколько наливать, я не знаю. Я просто беру так вот пиалочки. Как говорится, на глаз. Когда заливаю я фаленопсисы свои, я беру из расчета на 1 литр одна таблетка. А когда вот так вот просто обрабатываю, то просто в пиалочку набираю и все. Итак, растворяется таблетка плохо, сразу говорю, бывает такими вот крупинками. Я пробовала их толкушкой раздавливать, но эффект в принципе тот же самый. Со временем оно потом рассосется. Вот наш ватный диск. Итак, приступим. С кого начнем? Самое мое любимое. Вот такой вот у меня красавчик. Или красавица. Кому как больше нравится. Вот, я уже вам показывала их. И хочу показать как раз заодно. И увидите наши изменения. Так, диск тогда пока опустим, чтобы он нам не мешал. Итак, вот, смотрите, что у нас изменилось. Вот, насколько у нас вырос самый верхний листочек. Как он у нас изменился, подрос. Новые корешки тут у меня не появились. Деток новых нету. Никого новеньких у нас нету, кроме листочка. Корешочки могу показать тоже, как они выглядят. Сейчас уберем горшочек. И вот так вот корешочки. То есть вот хороший корешочек. Вот, вот их видно. Вот корешочки видно. Давайте обратно поставим. И, собственно, займемся тем, чем я и собиралась. Горшки не могу подобрать хорошие. Вы знаете, хороший горшочек. Красивый, но неудобный. Плохо держится. Видите, не встает, как положено. Идеально ровно он не встает. Думаю, может быть, что-то там еще подложить надо. Так, намочила диск, отжала его и начинаю протирать так со всех сторон. Я пробовала ваткой протирать, это не так удобно. Она комочком берется и совершенно мне это не нравится. Пробовала тряпочкой протирать. Так, тут сильнее надо отжать, чтобы у нас серединку водичка не убегала. Так, сделали, все, так получше, ну-ка протираем. Проверили. Ничего нет у нас. Это радует. И пошли дальше. С этого листочка начнем. Протираем. Пробовала тряпочкой протирать. Тоже не очень удобно. Ватный диск единственный, когда удобно вот этот вот шовчик, рубец вот этот протирать. Он лучше всего протирает. И вот таким вот способом. Вот, потом снова смачиваем и продолжаем. Сейчас вот все листики я протру.
и с внутренней, и с внешней стороны. Так. У нас тут еще один листочек снега. Еще такой, из разряда крупненьких. В принципе, хороший такой. Разворот. И давайте эту сторону. Снова. Так, тут мы верх протирали. Ну, ничего страшного, хуже от этого не будет. Я не думаю, что такая уж прям проблема. Листья у этой орхидеи у меня очень замечательные. Красивые такие. Так, следующий. Так, и удобно, что вот он прям глубоко вот туда вот достает. Так, оп, убежал. Вот мы протерли все. Я часто смачиваю. Мало ли, вдруг какая грязь попадает на листочки. Да и в принципе смысл-то не водой смочить, а все-таки содержание в ней янтарной кислоты. Поэтому часто обновляю. Вот так. И у меня тут самый внизу маленький такой друг. Его мы тоже протрем. Вот. Ну, собственно, все. Теперь разворот. Я делаю вот так. И стволик я вот так протираю, просто беру. И вот так вот все наши корешки. Ой, господи, не корешки, а листочки, извиняюсь. Оговорилась. Корешки наши вот снизу. Разворот снова. И тут уже не так удобно. Она же под наклоном у меня растет. Заваливается. И вот так протираем. Ну все, собственно, все и готово. Сейчас я сделаю все остальные. По времени у меня уходит на всю процедуру минут 15-20. Это, конечно, гораздо быстрее, чем, допустим, когда их поливаешь. На поливе очень долго уходит. Ну вот, дорогие друзья, на этом и все. Как вы видите, свои орхидейки я протерла, за исключением вот этой. Здесь еще у меня ватный диск остался. Оставлю его на несколько минут и затем уже уберу на подоконник. На этом закругляемся. Всем спасибо, до свидания.